Нещодавно в Мелітопольському районі вшанували пам'ять відомого лісовода Павла Сивицького. Захід з нагоди його 165-річчя відбувся в Костянтинівській музичній школі. Саме на час його роботи в Бердянському лісництві припадає розквіт лісу на Мелітопольщині. У цей період лісництвом було отримано 7 нагород за участь у світових та регіональних виставках. У 1900 році великою бронзовою медаллю Всесвітньої виставки в Парижі був нагороджений особисто Павло Сивицький. Про здобутки лісничого та його біографію розповідали представники Центру культурної спадщини, відділу культури райдержадміністрації та краєзнавці. Присутні наголошували, що внесок Павла Сивицького в розвиток району є неоціненним. Є вопроси, которые затрагивал он в своей деятельности, есть актуальны и в наше время, потому что выращивание деревьев, да, сохранение лесополос, дальше сохранение деревьев в наше время есть тоже актуальны. И тем более, что он, мы знаем, занимался еще, он закладывал и сады, и выращивал саженцы, да, и саженцы, садовые разные насаждение, значит, продавал для жителей Мелитопольского края и заложил и пасеку, и огород. То есть много сделал для развития. И к Калтагирскому лесу тоже приложил руку. То есть человек, действительно, который сделал много для развития леса. Поэтому память о нем должна жить в наших сердцах, и мы должны продолжать его дело. И если бы каждый хотя бы чуточку сделал для своего края, чуточку из того, что сделал Сивицкий, я думаю, мы жили бы в очень благополучной, удачной стране. К молодежи обращаюсь, да? Давайте беречь то, что сделано в нашем крае. Если посадили дерево, пожалуйста, не ломайте ветки, не рубите его под корень. Если что-то делает человек, он делает это от всей души и с любовью к своему краю. И мы с вами должны брать пример и прожить свою жизнь, оставляя какой-то, не какой-то, да, а достойный след после себя. Учасники заходу зазначили, що були приємно вражені життєвим шляхом Павла Сивицького та його любов'ю до природи.